Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться и поставить лайк, со мной будет интересно. Сегодня хочу показать вам на обзоре очень крутые гель-пасты от торговой марки Эми. Вообще обалденные, это самая лучшая находка из того, что я вообще когда-либо видела. Они очень укрывистые, очень пигментированные, пастельные цвета тоже очень круто ложатся. Специально к Новому году заранее брала гель-пасту с блестками. Все 6 цветов, очень пигментированные, очень такие красивые, яркие, ложатся вообще очень круто. Смотрите дальше видео, покажу выкраску с блестками цветов и пастельные без блесток. В видео тут вот я хотела показать вам, что они ложатся и в тонкий слой, и в толстый слой. Но с блестками, конечно, ложатся лучше в толстый слой, так как блестки иногда бывают из-за кисточки оставляют проплешины. То есть надо не надавливать на кисти, а очень-очень легкими движениями протягивать гель-пасту по ноготку. А пастельные тона тоже экспериментировала и в толстый слой выкладывала, и также в тонкий. Но, конечно же, лучше в тонкий слой, потому что гель-краска это все-таки не гель-лак, просыхает плоховато, если в толстый слой нанести. А вот в тоненький слой они очень укрывисто ложатся и просыхают замечательно. Также гель-краска имеет остаточную липкость, нужно обязательно перекрывать топом. Ну, в принципе, для каких-то дизайнов, либо даже можно перекрывать полностью ноготок, но обязательно под эту пасту нужно именно, чтобы ноготок был либо укреплен гелем, либо нарощенный. На гель-лак он не подойдет, не покрывайте, потому что пойдут отслойки именно цвета, именно вот блесток вот этих вот. Если в качестве дизайна, вот вообще шикардосно будет, особенно в Новый год. Всем приятного просмотра. Ссылки для покупок с Wildberries оставлю в описании. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока-пока!